Пока. Мой хороший. Алейкум салам, тетя Аиша. Что? Ты так и не научилась. Ассаляму алейкум, Аиша. Вот, слышишь? А я же так и сказала. Это Тиндра, есть там кто-то стоящий? Нет. Я женюсь. Правда? И кто счастливится? Еще не знаю. О чем ты? Это договорной брак. Ну, устроенный брак, как его называют. Казалось бы, при чем тут любовь? Стерпится, слюбится, говорят. Звучит как стокгольмский синдром. Ну, какие есть идеи для нового фильма? Могу рассказать о друге детства, который женится на девушке, выбранной родителями. Моя большая вынужденная свадьба. Ха, знакомство с родителями. И только. Любовь по контракту. Ха. Я Мо. Мо найдет невесту. А где фото? Не, пока без фоток. Так, ты думаешь там, а нужно думать тут. Ясно? Твое образование, бро? Он у нас доктор. Уф, это же джекпот. Так, о пристрастиях своих сообщи мне. Выпивка, курение, ролевые игры. Он у нас в игрушки не играет. Нет, нет, я про другие игры. Неважно. Шахматы можно. Есть новость. Я помолвлен. Стой, как? И она мне нравится. Привет. Привет. Любовь с первого скайпа. А ты не против переехать в Лондон? Она не против. Здесь много культур уживается. Да, это все равно, что жить в одном гигантском борделе. Свадьба будет в Пакистане. Ты впрямь на это подписался? Я видел счастье в таких браках. Задумайся о тех, кого выбираешь сама. Ты будто специально ищешь не тех. С тобой сложно сблизиться. Я что, неполноценна без мужчины? Ты правда так думаешь? Знаешь, почему пророк сказал, рай лежит у ног матери? Нет любви больше, чем любовь матери к ребенку. Твое счастье важнее всего. Все мы в ком-то нуждаемся. И это вовсе не слабость. Веселье начинается? Я думала, что боюсь выбрать неправильного человека. А сейчас поняла, что боюсь выбрать правильного. При чем тут любовь? Мне повезло с соседями и вообще. Они для меня вроде семьи с тех пор, как твой отец к той малолетке ушел. Ей 35. Именно. В кинотеатрах с 8 марта.